Привет, мои хорошие! Привет. С вами Селена Свей и со мной моя подруга Кристина. Вы ее, наверное, помните. Давно-давно мы снимали с ней тег. Кто из вас, да, по-моему? Даже несколько тегов мы снимали. В общем, Кристинка приехала в гости. Она же будущая крестная моего маленького малыша. Так что она уже вот приспосабливается, да, там, к ребенку. Кормит там, носит на руках. А сегодня, кстати, она была свидетелем, и он первый раз перевернулся у меня с животика на спинку. Это такой трогательный момент. Вот он подтверждает. Но на самом деле, видео сегодня будет интересное, потому что я зашла, и наконец-таки я увидела, я искала, как-то не обращала внимания, то ли что. Я взяла эти мелки. И я решила сегодня Кристинку покрасить, значит, мы хотим сделать ей немного вот такого синего, на кончиках серое, ну, в общем, что-то интересное. Мы тут экспериментировали на одной прядке, но, наверное, не видно. Они очень временные, потому она расчесалась, и они исчезли. Ну и вообще, посмотреть, что за мелки с фикс-прайса. Мне кажется, что Диваш вот у меня до этого были лучше, но эти как-то удобнее, быстрее, может быть, даже не пачкаются. А себе я сделаю розовенькие прядки, здесь тоже вот на моем красивом цвете, от которого я уже не хочу избавляться. Ой, смотрите, как у меня красиво блестит. Это вот. Вот такой вот. В общем, он как и база, как все. Слик. Слик мейкап. Я просто лицо им намазала, и все. Даже не ожидала, что будет он блестеть. Лады, поехали. В общем, что, я свой розовенький отложу пока, а мы будем крестинки делать. В общем, сделаю все синее вот так вот, да? А потом эти серые пряди сделаю. Давайте с синего начнем. Вообще немножечко пачкаются от него руки, скажу я вам так. Поэтому лучше работать, наверное, в перчатках. Ну, я отмою, потом оно очень быстро смывается, поэтому поехали. Сделаем Кристинку красивой. Так, вот что у нас получилось. Чуть-чуть пониже. Вот такие прятки, что-то вот. А ну-ка чуть-чуть сюда повернусь, мы сделаем здесь поярче. Сейчас мы это сделали только синий. Сейчас мы добавим еще сюда серого. Симпатично. Мне кажется, очень даже маленький, что? Правда, у нас осталось волос тут, вот смотрите. Вот, вот уже минусы, да? Пока мы дерем вот за вот эту штуку, вот. Ты не чувствовала, кстати? Ну, что-то выдергивалось. И молчит, терпеливый человек. Вот, волосы у нас остались, но немного. Хотя для кого-то это много, я не знаю. Но... Пучочек вот скрою. Ну чё пучочек? Ну там 5 волосинок длинных. Ну, блин, упал. Будем продолжать? 10. Будем продолжать? Кристина, будем продолжать? Ну, ладно. Берем серый. А серый я хочу сделать немножко повыше ей. Да, ложи куда-нибудь. А серый мы берем повыше. Вот я беру прядку, допустим, вот отсюда. Да, давайте сзади начнем. Очень красиво получается. И вот я прям сделаю ее вот отсюда серую. Вот так. А? Смотрите. Не подглядывай. Для тебя будет сюрприз. Ты тоже заглянешь. Зато мы видим, да? Ну, синие более, да, как-то естественно кладутся у нас. А вот серый его прям видно. Но мы сейчас расчешем. Потом мы посмотрим. Будет все красиво. Да, малый? Все красиво будет. Там подскажешь? Серый, конечно, ярче. Смотрите, какой. Сразу яркий, да? Ой, господи, все падает. Из рук валится. Да, серенький очень симпатичный.
Поделись. Не стесняйся своих эмоций, если тебе больно, так и говори. Красота требует жертв. Ты без волос останешься, красота. Говори, ай! Лучше вверху, да, придерживать, вот так. Не чувствовал. Такая скромная подруга. Она не скажет, ай, больно. Ну, как бы терпимо, но... Да, ей все терпимо. Просто... А так она потом раз? Перед Новым годом. И волос нет. Кажется, на камере даже ничего не видно. Какой-то ты... Ты что, посмотри, какие... Какие пряди. Шикарные. Сейчас расчесала, ничего не видно. Почему же? Ну-ка, поверни. Мне кажется, очень симпатично. Чего? Ты прям хочешь вот это? Что-нибудь, не знаю. Что-нибудь? Давай тебе просто свет сделаю, чтобы она у тебя прям вся была. Не переживайте, девочки, мы уже поменяли наволочки практически. Главное, теперь волосы где-то здесь заканчиваются половина. Ну, посмотри. Покрасила? Седовласа, черногурова. Хочешь здесь еще? В общем, этот некачественный мел, я вам скажу, потому что он осыпается. Вот это реально временный. Я вдеваешь, когда красилась. Что-то ты какая-то грустная, Кристинка. Тебе не понравилось? Да нет. Не, ну я вижу вот здесь такое. Кажется, просто обостарела. Что вы думаете? А ну повернись вот сзади, чтобы они увидели как следует поближе. Смотри. Ну, конечно, вот это вот неравномерно, но это вот стесывается. Все, мы взяли вот расчесочку, вот, видите, уже ничего нету. Потому что, я же говорю еще раз, некачественный это мелок. Вот мелки, которые я брала от Диваш, я сейчас вам покажу даже их. Вот они. Они, конечно, наносятся, ну, неудобно. Может быть, я хочу вот им? Давай, сиреневый там, да? Фиолетовый хочешь? Вот сейчас мы возьмем вот этот фиолетовый, да, сделаем пару прядей. Во-первых, он ложится более качественно. Он не стирается, не будет, то есть стирается. И он надолго его хватает. То есть это не так, что вот этот осыпется, реально, он просто сыпется, он все пачкает. Пока мы Кристинку зачекинили в этом виде, я вам скажу, что для этих, нет, для этих мелков, для фиолетовых, для них нужна вода, да, для Диваш. Но они ложатся намного ярче. Вот давайте, я не знаю, какую прядку тебе взять. Ты не хочешь? Светлую оставь. Ладно, все, я оставлю. Давайте я вот эту возьму, тут чуть-чуть светлого, но мы ее сделаем. Просто я вам покажу, как это работает, да? Но тоже лучше работать в перчаточках. Мы хорошо промачиваем нашу прядку. Какая-то горбатая. Я сейчас с горбой. Что это такое? Это проблема всех. А все будут думать, реально что-то с телевизором. С телевизором. А прикинь, реально так. И вот смотрите. Не знаю, как на черных вообще. Ничего не знаю. Я же вижу цвет. А вы видите? Совсем палец. Палец идет. Он не голодный, только накормил. В общем, вот, ну как бы я вижу фиолетовый. Я не вижу. И никто не видит. Да видишь. Ну давайте другой цвет попробуем. Ну это синий еще с той, которые плохие мелкие. Да, вот да. Остались. Давай. Хорошие мелкие. Их видят только синие. Давайте вот сюда же, голубой. Ну вот смотрите, на черных фиолетовый не видно, Дива, что твои мысли. Давайте голубой. Ты без волоса, выглядишь точно. Нет, я помню, что... Видно, да? Я помню. Прямо? Я как это, слышу, гарбун, блин. Говорите, давай, вместе. Зрители не поймут. Вот, смотрите, он фиолетовый. Значит, давайте. Я помню, что я много на. Слушай, сейчас весь мел свой спать. Хорошо. Да нас возьми другую, что ты делаешь?
фиолетовым очень стойки. Вот, смотрите, видишь, получается. Ну, не-не, куда ты пошла? Иди, вернись. Мы как бы вместе сегодня весь этот путь проходим. Ну, в общем, что, осталось только мне сделать прятку, да? Вот руки я только что пошла помыла. Потому что к малому надо было подойти. Нет, да, давай я просто одну сделаю прятку, потому что я понимаю, что смысла нет делать всю голову. Вот он, розовенький. Потому что он осыпается, он реально сыпется. Ну вот давайте сделаем вот одну прятку, которая осыпется у меня через полчаса, в лучшем случае. Он... Смотри, как хорошо он лежит. И неравномерно ложится. Вот это вообще, конечно. Ну, сделаем его тоже. Розовый хочешь? Ну, мне не нравится то, что она... Ну, вообще, да, симпатичная, серьезно. Подожди, давай вот эту сестру. Ну, вот она какая-то неравномерная получилась. Вот это меня подбешивает. Это мне не нравится. Вообще, класс. Я хочу вот фиолетовая, розовая прядка. Мне вообще мой цвет волос просто, я офигевала. Ну, Кристинка решила еще раз рискнуть. Куда ты ухитрился? Может быть, поменьше прядку взять просто, да? Где-нибудь вот тут. И посмотрим, как будет на темных розовых. Ну, я, девочки, думаю, что дело все просто в цвете. У меня светлый, потому так хорошо ложится. Видите, вот тут. Хотя, в принципе, да, в сравнении с другими, да, но самое яркое, потому что все остальное уже смылось. В общем, серый. Нет, не серый, а синий. Ну. Но он не держится долго. Короче, мелкий фикс прайс. Селена Свей не рекомендует мелкий фикс прайс. Как ревизоры, да? Ну и по традиции совет. Что вы посоветуете нашим подписчикам, Кристина? В отношении мелков? Вообще, все что угодно. Вот я в конце всех видео, всех рубрик, я все время говорю какие-то советы моим подписчикам. Я решила, чтобы сегодня сказала это ты. Без подготовки так вот. Советы? Ну ты вообще что? Ну какая Надя тебе? Вселенная! Ну, мы все ждем. Нифига себе. Ну мы все ждем совета. А совет, ну ты вырежешь кусок, да? Смотрите, как человек, да, вот он. Мне ничего не вырежу. Ну, ой. Что с тобой, Гриздина? Читайте побольше книжек. Какой-то совет такой, да? Хочется сказать, слышь, ты такая умная. Еще. А ты какие советы даешь обычно? Они разные. А, например? Например? Например. Какие советы практически и теоретически дает обычно Селена Свей? Да и разные дают советы. А сейчас мне подписчики помогают, они мне присылают свои советы. Я в конце всегда говорю... А ты воруешь мысли чужие, да? Да. Воровка! Потом тебе выставь отчет. Вот переводят тему, да? Техничный, техничный. Нет, я просто должна понять. Ну вот смотри, у нас вот смотрит канал много молодых девочек, да, у нас 90% женщин. Значит, совет должен быть для женщин. Не так, чтобы прям для всех. Можно для женщин. 90% девочек у нас. Вот. Есть мамы молодые, есть беременные у нас. Есть девочки. Есть дамочки. Есть взрослые леди. Ну вот чисто вот... Ну ладно, давай пожелания тогда. Сложный, да, вопрос? Человек растерялся, советы. Вот так и я. Я, между прочим, вот так же туплю после каждого видео. Думаю, что сказать. Так что присылайте свои советы, и они будут в конце каждого видео. А тогда пожелания от Кристины. Давай, глянь. Ну, давай. Ну. Ну. Что ты хочешь? Нет, это все будет. Ну, ты че? Ой. Короче, много. Крис, да ты самые классные штуки. Пойми. Вот когда человек вот так тушует.
оправдывается, не знаешь. Просто хочу сказать следующее. Давай, что... оправдайся сейчас. Сейчас тебя не понимаю. Вообще весь народ. Сейчас смотрели и думают, да что, неужели так сложно дать совет или пожелание? Вот я бы, да, вот скажите. Вот, напишите, просто... кто вот так думает. Советы люди слушать не любят. Все любят умничать, поэтому... Самый лучший совет, да? Не советую никому ничего, да. Пока тебя не просят. А пожелания все-таки, так как мы являемся любви, быть... Что мы являемся? Я не расслышала, прости. Чуть погромче надо же, я без микрофона. Любить друг друга, уважать. Поэтому я думаю... От души, Грис, от души. Я думаю, что... Нет, ну что ты мне за майку? Что? Разврат? Малы! Ладно, девочки, красавицы. В общем, дорогие мои, вы поняли, что Кристина все-таки желает вам поменьше советовать, если не просят. На самом деле, это очень классный совет, я поддерживаю, потому что никто не любит, когда им что-то советуют. Я на своем канале советую, вот, знаете, как бы даю советы. И вот их слушает только тот, кому он нужен. То есть я же не держу за руку и не говорю, вот, слушай мой совет, да, поэтому я могу советовать. А когда вот, допустим... Ну, не суть, короче, не важно. В общем, надо советовать поменьше. И советовать только тогда, когда просят. Это первый момент. А второй момент, я желаю вам всем классного Нового года. Желаю вам, чтобы у вас были шикарные красивые волосы, и чтобы вам на пути встречались только хорошие средства, чтобы вы тратили меньше на них денег, а волосы были суперские. И учитесь на наших ошибках для того, чтобы... В общем, не учиться на своих. Все, с вами была Селена Свей и Кристина. Мы с вами прощаемся. Да, черная кофта и розовые шорты. Это тренд. Тренд. Все, пока. А буквально на днях, либо завтра, либо послезавтра, будет видео у нас с Кристиной. Гори, 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 гори. Бабы Гарри Поттера! Всем пока! Лайки, подписки, само собой.